Всем привет! Немножко странно начинается эта серия. Я еще не успел выложить прошлую, она сейчас дома выкладывается, но уже записываю другую. А причина это есть кое-какие, так скажем, ну, мини-проблемки, мини-ситуация, которая, как бы, ну, мне не понравилась лично. Сейчас я вам все покажу. В общем-то, вышел я с пёселем гулять и чувствую запах, а там горит куча мусора. Тем более не просто куча мусора, а именно строительного. А живу я как раз здесь, и ветер в ту сторону. То есть я вышел во двор, и дышать просто нечем. Тем более... А вон, кстати, зайцы бегают. И тем более, тут рядом школа, в которой учится моя сестра. И горит куча мусора. Какой-то дебил на газели только что выгрузил его и поджег. Ну, перед тем, как я вышел, соответственно, потому что следы свежие, и огонь еще не успел разойтись. Я вызвал пожарку, как бы они сейчас должны уже проехать. Вот и все. Я как бы, мне вообще категорически нравится то, что как минимум здесь мусора куча выкидывают. То есть вот, и там еще за этой кучей большой ров, ну, видимо, под фундамент вырывали. И там много тоже мусора. И там старого мусора тоже, там он кучи. То есть везде кучи. И вот то, что их выбрасывают, это, во-первых, вообще жесткий косяк. И, во-вторых, самое жесткое, это то, что его поджигают. Вот у кого хватило мозгов, я, конечно, не знаю, но так бы уши поотрывать за это. Потому что, как минимум, поле наполовину сухое, и огонь-то может распространиться. И там, как видите, за деревьями уже частный сектор. Я сперва вышел, подумал, что кто-то баню топит, потом иду, смотрю, в поле дым. Думаю, кто-то медь по-любому обжигает. Подхожу ближе, забираюсь там на кучу земляную, смотрю, вообще никого нету, и горят эти дверные косяки, которые давным-давно кто-то выбросил. Вот такие вот новости. Не знаю, жду пожарных сейчас, когда они приедут. И надеюсь, мне пиздячек не ставят за то, что их просто так вызвал по ерунде. В общем, наверное, продолжение не предвидится, потому что по итогу никто не проехал. Тут проехала какая-то пожарка. Я еще, как только закончил запись, услышал вдалеке, потому что ветер-то с той стороны. Что-то они проехали так перед носом потом. А в поле в итоге так и никто не заехал, уже прошло минут, наверное, 20-15 точно. Мне уже надоело ждать, позвонить мне никто не позвонил, и я попросту пошел домой. Ну, вон куча горит. Это уже останется на их совести, как бы, ну, пофигу. Пусть не приехали, главное, чтобы это потом дальше не разошлось, иначе это будет уже реально на их совести. Вызвал я их, потому что, ну, выкинуть, да, не пойму, он не вор, кто-то выкинул, но поджигать, вот я не понимаю попросту зачем. Только создавать лишнее неудобство, и потом, мало ли, вдруг трава тоже разгорится, нахрен бы это все надо. Лучше бы просто бы мусор выкинул, а потом, если кто-то его поймает, пиздячек надает. Я просто боюсь за то, что я вот сейчас позвонил, они начнут, вот, нахер ты нас просто так из-за херни вызвал. Потому что это Россия. Я боюсь больше не из-за того, что поле разгорится, а из-за того, что я еще виноватым буду после этого всего. Как бы поэтому я еще стоял, думал, вызывать не вызывать. Ну пофиг, вызвал ближайших. Вроде адекватно там девушка ответила, спросила, где я, сказал ближайший адрес, сказал, что возле школы. Все, как бы, вот проехали. Я не знаю, может они там где-то во дворе тусуются, я не знаю. Ну, тут мне просто никто так и не перезвонил, хотя номер у них мой есть. Они сказали, что ждите пожарные, вам позвонят. Может, это не они были, опять же. Ну, ладно, пофигу, я пошел домой, надоело. Гуляйте, я лучше буду ждать дальше свои крутые ништяки на велик. Настал следующий день. Пожарные вчера так и не приехали, в итоге забили, как я понял. Сейчас гуляю опять с собакой. Хожу тут по лесным помойкам и нашел тут кучу карточек Сбербанка какой-то Людмилы Игоревны, не знаю. Столько карточек я никогда не видел, даже не знаю, для чего столько нужно. Кто-то прям столько шматья здесь выбросил, это ужас. Извиняюсь за ветер, кстати, ничего не поделать. Вот, ужас просто какой-то. И так всегда, вон пластилин есть даже. Не знаю, в принципе, даже помоечка, что-нибудь интересное найти. Ну ладно, не буду тут уж ковыряться, пойду дальше. Тем не менее, нашел целую баночку лего, тут подсобирал немножко. Конечно, кто-то скажет, мусор мусором, но когда у тебя очень много лего, его можно, в принципе,
недешево продать, хоть даже и китайского, не обязательно, что оригинальный. То есть найдется много людей, кто купит Лего. У меня как раз гигантская коробка есть дома. Также тут вон нашел, что, этих скрипучей, или как их там. Вот вон, их целая куча. Не знаю, может, потом заберу, если понадобится, хотя нахрен они нужны. Но Лего я позже, наверное, заберу, подумаю еще. Подсобрал, чтобы оно не валялось. Вот. Ну, а мы пойдем дальше гулять. Да, Юки? В общем, прошел буквально день, получилось свои посылки, приехали они прям в один день. Только так получилось, что я думал, сразу получу обе одновременно в пункте выдачи, ну, на почте. А как оказалось, мне одну посылку привез курьер домой, а буквально через полчаса я поехал за второй посылкой уже в отделение. Ну, благо все забрал, и теперь вам покажу, что я купил на велосипед. В общем, вот такие вот ништяки я приобрел. Получается, полностью карбоновый подсидел с карбоновым седлом. Очень легкая. Прям буквально вот 40 сантиметров. Уже подогнал все примерно. То есть он заходит где-то вот до сюда или до сюда. Но по высоте торчит из велосипеда одинаково. Сейчас я, когда примерю, покажу. Также мне бонусом подседельный зажим красного цвета достался. Продавец мне даже ничего не сказал. Вот мой стандартный был. Получается, оригинал UMF-овский. Это, конечно, ноунейм, но зато красный, на халяву. Почему бы и нет, прикольно. И также колпачки на ниппеля. Вот в стиле BMW. Тоже очень прикольный подарок. Ну и, соответственно, мне приехал диск. Вот он. Rotor Reverse 203. Блин, вообще так давно о нем мечтал. Только он, понятное дело, с небольшим износом. Так его на камеру не видно. Но могу сказать то, что... Ну, мой где-то, наверное, может, такой же по толщине. Вроде 2 или 4 мм износ здесь. Он рукой, конечно, чувствуется, а визуально его особо-то и не видно. Вот. Ну, это как бы вот этот износ, это полная ерунда. Потому что вот я на этом диске проездил лет 5, наверное, он у меня стоит на морде. И, как видите, даже износа нету никакого абсолютно. Так что по этого диска мне, ну, я не знаю, на очень надолго должно хватить еще. Вот. Ну и как бы 800 рублей за место 3000, это, ну, крайне хорошая цена. Только вот мне то, что не понравилось, это площадь прилегания колодки. Вот мне сперва показалось, что на моем диске площадь больше, чем на реверсе. Но потом я такой приложил, подумал, посмотрел. Получается, эта площадь одна и та же. Именно, ну, ширина колодки. Просто здесь вот этих выемок меньше, а здесь они как бы чуть побольше и подлиннее. Но, опять же, здесь отверстий гораздо больше, и они как бы так расположены, что проще прилегания колодки, она, то есть, соответственно, больше. Плюсом, опять же, сам рычаг диска, он больше. Так что я считаю, что вполне достойно реверс заменит мой 185-й Avid G3. Вот. Точно такой же ротор я приобрету чуть позже, зеленого цвета, и поставлю его на заднее колесо, чтобы, ну, как бы сохранить мой дизайн. На передке красный либо зеленый будет, а на задке зеленый либо красный. Ну, там уже посмотрим, потому что сзади красного абсолютно не хватает. Так что вот такие дела. Сейчас я взвешу сразу. Так. Старое седло весит 560. Ну, допустим, 563 плюс-минус. Новое весит 383. Итого 180 грамм. Я уже посчитал на калькуляторе. Я сэкономил. Также зажим, ну, зажим — это ерунда. Так, что-то он не хочет обновляться. Ну ладно, допустим. 24 грамма. Это 19 грамм. То есть 4 либо 5 грамм тоже вес уходит из-за зажима только. Но это так уже, пустяки. Теперь роторы.
203 весит 150, ой, 164. Авид G3 146. Ну, буквально, что тут, 15 грамм добавляется на пауке. Да, где-то так. Но, как бы я хочу сказать, что не ощущается эти 15 грамм, ну, понятно, да? То есть, либо паук, то есть, их даже если приложить, где 185 и где 203, понятно, что эти 15 грамм, по сути, вообще абсолютно никакой роли сейчас не играют. Тем более, когда я 5 грамм только на зажиме сэкономил. Так что по весу я очень даже хорошо укладываюсь, и все будет чики-пуки. Вики, давай, еще раз, на видео, давай, вперед, барьер, давай, молодец, туннель, давай, барьер, ну, барьер, препятствие, а, молодец, молодец, пойдем, еще раз, пойдем, стоять, иди сюда, давай, давай, вперед, молодец. Туннель, барьер, прыгай, молодец, покрышки, давай, молодец, молодец, умница, молодец, молодец. Короче, прошло тут уже несколько дней, дособрал я наконец-то более-менее байк, вот так вот он теперь выглядит, поставил карбоновое седло с подсиделом, также новенький зажим, который идеально подошел, а также лайфхак небольшой, чтобы карбон не прокручивался, замотал его чуть-чуть изолентой, буквально один моток. Он как раз плотно встает в отверстие под подсидельную трубу и хорошо зажимается зажимом. И никаких люфтов и прокрутов. Как раз он у меня встал, получается, в это место же, где и прошлое седло с подсиделом было, по высоте имею в виду. И уперся здесь до конца во внутрянке в шов прямо. То есть на всю эту длину там как раз идет подсидельный штырь, который я могу выдвинуть еще и спокойно сидя ехать потом. Дальше поставил новую звезду. Это как Narrow White звезда. Так вот, сфокусировалась. Narrow White звезда. Она как бы предназначена больше под скоростные цепи, но я поставил на одну скоростную. Притрется. Поверьте, она притрется. Вот. Также она на 30 зубов, а было до этого у меня 32. Чуть-чуть сделал поменьше передачу, чтобы было полегче хоть ездить. То суставы и колени, они не бесконечные прокручивать. Также избавился от рокринга. Теперь у меня бонки прикручены с другой стороны, поскольку у звезды есть резьба под бонки. Что-то все плохо фокусируется. Вот. И, соответственно, поставила снаружи. Изнутри мне не хватает, потому что не дает подкова внутренняя. То есть там все и так у меня в притирку. Вот, видите, то есть вот сюда даже мизинец не пролазит уже. Все в притирку. Вот, избавился от колец под кареткой также. Ну и, собственно, от рокринга. Все это вес. Укоротил немножко цепь, сдвинул заднее кольцо чуть вперед к подсидельной трубе, чтобы база была чуть поменьше и велосипед легче вставал на дыбы. Поставил наконец-то нормальное переходное колечко под рулевую. Ну, что-то вообще фокусируется плохо. Сейчас его, конечно, не видно, но оно есть. Наконец-то у меня нормальная рулевая с промподшипником. Вот. Также рама, соответственно, опустилась, потому что колечко стало тоненькое, и как раз оно по размеру подходящее. То есть все болт-он встало. У меня рама опустилась, и пришлось поставить еще одно колечко здесь, 5-миллиметровое. Поскольку снизу высота, ну, убралась, а сверху добавилась. То есть рама села ниже, соответственно, у меня каретка стала еще ниже, чем задняя ось. То есть ушла в минуса. Это очень хорошо для управляемости. Дальше поставил ротор. Пару дней-то точно его настраивал, потому что переставлял переходник, подгонял все эти проставки, все колечки.
чтобы использовать максимальную плоскость. Вот, кое-как это все подогнал. И плюсом, чтобы не цепляло, поскольку у диска есть износ. Вот, небольшая здесь ступенька. А у колодок нету. Колодки у меня ровные. И то есть, ну, ровно обточены. И вот мне пришлось чуть-чуть их выше поставить. Точнее, клиперы чуть дальше разместить, чтобы не полная плоскость была прилегания. Чтобы вот об эту ступеньку у меня колодки лишний раз не стачивались и не было вот такого вот пространства там. И колодки так не работали. Вот, ну, собственно, пока и все. Надо будет заказать, либо купить уже комплект камер, либо заклеить старые, вон они там валяются. Можно ставить и ехать обкатывать байк. Всем слово, привет. Иду я опять гуляю с собакой. Извиняюсь за ветер, кстати, но по-другому никак. Вот. Потренировались немножко с собачкой. Сделал такую мини-площадочку для нее, чтобы хоть как-то что-то потренировать, подрессировать ее. Хоть это, конечно, и Акита, но в принципе будет прикольно, если собака будет что-то доуметь. А в принципе у него неплохо это получается. Вот он передо мной топает. Вот, у меня, правда, кончились вкусняшки. Там помойка, вот там сзади меня, вот мы с нее идем. Там, конечно, говная палка старых покрышек, их тут вон по полю, кстати, тьма валяется. Сделал. О, всякие препятствия, барьерчики, надеюсь, никто ломать не будет. Как бы понятно, что я там только потратил на это время и сделал как бы, ну, красивую, хорошую площадку такую, аккуратную довольно-таки. И, думаю, даже продуктивную. Вот. И поэтому как-то так. Ну, на этом выпуск, наверное, я закончу, потому что, в принципе, ничего такого не произошло. Вот собрал велик. Надеюсь, в следующем видео уже будет полноценный выезд. Правда, на этой неделе обещают хреновую такую погоду. Опять там с дождями и с холодом. У нас так, как бы, вот пару дней вроде нормально, но все равно присутствует ветер, так прохладно. Вот вчера было зашибись для катки, но ветер. Как бы, у меня до сих пор не заклеены камеры. Поэтому как-то так. Ладно, шлепаемся домой. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите лайки, в группу вступайте ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм. Повторюсь, влоги будут эти выходить почаще. Как бы понятно, что они такие маленькие, можно сказать, но думаю, хоть что-то. Так что все, всем удачи, всем пока. Не забывайте делиться, кстати, видосом, показывайте. И всем, кто из Краснодара, привет.